Сначала будет регистрация. Вот регистрация проходит на террасе. И регистрация проходит по алфавиту. Причем по алфавиту имени, а не фамилия. Вот. И выдают каждому. Выдают каждому вот такое удостоверение, которое я повешу наверх, и все меня будут видеть и обращаться ко мне. А после этого мы заходим вот в это здание. Мы с вами уже в предыдущем видео видели центральный вход, и сейчас вновь туда зайдем. После того, как мы зарегистрировались, мы идем в центральный вход. Я так понимаю, на центральном входе будут пропускать только вот по документу регистрации. Вот. Сейчас мы... Вот это такое мероприятие будет. Вот. Заходим в этот гольф-клуб, гольф-центр. Такая здесь стойка. И выглядит центр. Перед началом встречи я сейчас сам хочу пройтись по этому гольф-клубу. Вот. И заодно вам показать. Я тут сам никогда не был. Вот, ну, и что я увижу, хочу, чтобы вы увидели. Вот в гольф-клубе здесь две лестницы. Одна лестница идет вверх, а вторая лестница идет вниз. Ну как вы думаете, куда идти? Направо или налево? Пойдем прямо. Посмотрим с вами, изучим, что здесь в этом гольф-клубе внизу. Так. О, здесь большой зал и приятная информация для всех пользователей YouTube и интернета. Google в таком красивом виде. Здесь видеотель. Скорее всего, здесь будет наше мероприятие проходить. Я не знаю. Огромный, ну, для масштабов форумов большой. Бывает больше, кто на стадионе проводит. Но такое мероприятие на стадионе навряд ли нужно проводить. Здесь нужно спокойствие и тишина вот в этом зале. Вот. Скажите, в этом зале будет проходить мероприятие наше? А заходить с той стороны? То, что мне там сказали где-то откуда с улиц. Спасибо. Вот регламент, который будет проходить наше мероприятие. Ну, когда будут люди, я вам постараюсь тоже это снять. Вот и на экранах имеется расписание, что будет. Вот. Сейчас мы с вами почитаем программу проведения этого мероприятия. 12 часов будет открытие. Вот. Ключевые тренды и цифры. 13 в зале 1, 2, 3, 4, 5 будет проходить работа с игровым контентом на YouTube. Новинки YouTube, новые возможности платформы. Как расширить YouTube проект на международную аудиторию,
работа с детским контентом на YouTube, выбор камеры для YouTube, продакшена от смартфона до камеры 360. 14 часов будет в различных залах, как запустить канал в 2016-м, live on YouTube, прямые трансляции, сотрудничество с рекламодателями, работа с YouTube Analytic, свет для блогера, обзор 5 рабочих наборов от популярных каналов. Вот. 15 часов будет сотрудничество с медиасетями, общение со СМИ для авторов YouTube, мастер-класс от PR Public Relations специалистов, работа с музыкальным контентом на YouTube, лайфхаки YouTube продакшена, звук, съемки, монтаж, коллаборации, источники дохода для авторов YouTube, это уже интересно, как поддерживать и развивать первоначальный успех канала от YouTube к ТВ, сотрудничество с телевизионными каналами, прямой эфир, видео и прямой эфир 360. 17 часов. YouTube в Украине. Панельная дискуссия с топ-авторами. 18. Музыкальная программа. Вот такой фестиваль. Вот такая обширная, громадная программа. Вот. Понятно, что побывать на всех мероприятиях нельзя, невозможно. Вернее, можно, но невозможно. Вот, поэтому я постараюсь побывать на основных и вам показать видео Purple в Киеве. Это третье по счету. YouTube проводит такое мероприятие в этом году в городе Киеве.